В рамках первого международного форума по туризму, который проходил в 2019 году между коммунальным учреждением Измаильского городского совета, Измаильское бюро содействия инвестициям и Ассоциацией менеджмента туристических дестинаций Дельты Дуная, Румыния, было заключено соглашение о сотрудничестве. Первые ожидаемые результаты появились весной этого года. В результате подписанного меморандума с апреля 2021 года в Измаил на постоянной основе стал заходить круизный теплоход «Диана» под флагом Нидерландов. Хочу сказать, что это результаты именно совместной работы, коллективной совместной работы властей города, которые привели город в порядок, администрации Измаильского порта, которые привели в порядок пассажирский терминал. Ну, однозначно при поддержке нашего руководства финансирование было выделено, и это же не одного дня. Также, соответственно, это работа наших контролирующих органов ДПС и таможенной службы, потому что нашли общий язык, как сделать это правильно, удобно для пассажиров, для туризма. Ну, однозначно партнерам, которые приняли в этом участие и не теряли надежду в этом. 11 июня на борту теплохода для представителей туристической отрасли, а также местных СМИ была проведена экскурсия и брифинг с презентацией двух туристических маршрутов по румынской дельте Дуная для украинского туриста. Мы раді вітати вас на цій визначній події, коли презентується туристичний продукт не тільки для в'їзного туризму, а й для туризму, який має напрям назовні. Міська влада багато що вже зробила для цього і багато що планує робити. І наразі те, що ми бачимо сьогодні, це саме послідовність кроків, які привели до розробки нового продукту. У українських туристів появилась возможность открыть для себя живописную румынскую дельту Дуная, которая поражает разнообразием флоры и фауны, а также красотой первозданной природы. Начиная с конца июня, европейский туроператор дает старт этой круизной линии. Сегодня состоялась презентация двух круизных пакетов для украинских туристов. Один по Свято-Георгиевскому, второй по Сулинскому каналам. Это полный пакет, который включает в себя питание и проживание, экскурсии и культурную программу. Круиз рассчитан на 4 дня. В распоряжении туристов комфортабельное судно, трехразовое питание, бар, развлекательная программа. Стоимость тура в зависимости от сезона колеблется от 340 до 450 евро. Для отечественного туриста запланирована экскурсионная программа с выездами в аутентичные румынские населенные пункты, в которых будут проходить концерты и спектакли с участием представителей различных национальных диаспор, а также дегустации местных вин и деликатесов. Маршрут проходит по гирлу Святого Георгия. Туристы прямо с борта судна смогут увидеть нетронутую природу румынской дельты, затем посетить заповедник Сакалин, совершить путешествие на морское побережье и посетить Тульчу. Данные туры – это начало масштабных туристических проектов в рамках сотрудничества Украины и Румынии. Ксения Переверзева, Дмитрий Карачебан, Бессарабский медиахолдинг.